Внимание! Будьте осторожны, в этом году огромное количество шампиньонов, небывалый урожай шампиньонов. И вот хочу обратить ваше внимание на находку. Это не мы собирали, это, скажем так, принесли нам шампиньоны. И вот давайте посмотрим на одну очень и очень занимательную находку. Вот, обратим внимание на вот этот гриб. По внешнему виду, если посмотреть просто вот так на шапку саму, то очень напоминает шапку шампиньона. Почти идентичная. Но при рассмотрении более внимательном, или при том, если бы перебирал эти грибы дети или люди, которые плохо в этом разбираются, то они могли попасть бы в пищу. Смотрите, значит, внимательно на те признаки, которые не соответствуют шампиньонам. У шампиньона нету трубчатой полости внутри ножки. Здесь она присутствует, что говорит на 100% о том, что этот гриб не является шампиньоном. Это самый яркий, самый такой выразительный пример того, что это не шампиньон. У шампиньона в ножке полости быть не должно. Второе. Обращаем внимание на то, что шампиньонные пластинки, даже в очень молодом виде, даже при не раскрывшейся вот шапке здесь, они имеют от розового до темно-черного окрас. Или вот в старом виде. Второй пример. Теперь давайте обратим внимание на вот это явление, как выглядит юбка. Вот такое обрамление шампиньона. Здесь же такого обрамления мы не наблюдаем. Теперь смотрим дальше. Окрас самих пластинок, ну, он может быть каким угодно, но он не розовый. Скорее всего, что он больше подходит под белый. Ну, честно говоря, вот этот окрас, я бы сказал, что окрас пластинок у бледной поганки, он более белесый. Они более белые такие. Здесь они немножко темнее. И по цвету самой шапки, ну, нельзя на 100% сказать, что это именно бледная поганка, но в то же время и утверждать в безопасности этого гриба довольно-таки неразумно. Теперь, первым, что бросилось в глаза, даже структура при разрезании вот этого гриба, она отличается от такой вот пробковой мягкости самого шампиньона. Этот более такой мягкий при разрезании, но вот этот гриб, он был довольно-таки имел твердую структуру и то, что называется, значит, он, скорее всего, так ломался. Вот это, ну, мякоть. И внешний вид имеет на своей крышке, если шампиньон имеет, скажем так, вдавливание на верхней части шапочки, то здесь имеется очень такое выраженное, темноватое выпячивание в центре самой шапки. Совокупность всех этих признаков говорит о том, что этот гриб шампиньоном не является. Проверять его съедобность и все остальные факторы ни в коем случае нельзя. То есть это сопряжено с опасностью для жизни. И для тех, кто еще не в курсах, то обязательным является тот факт, что бледная поганка при внесении ее попадании в емкость для приготовления, значит, не вываривается ее токсин, не вываривается в раствор. Поэтому при употреблении такого раствора отравление может не наступить у тех людей, которые не сидят непосредственно мякоть бледной поганки. Те же люди, которые употребят этот гриб в пищу, закончится обычно отравление бледной поганкой заканчивается летальным исходом. Да, чаще всего. Потому что идут необратимые изменения в печени, связанные с ее, ну, так, грубо говоря, растворением. Остается мешок с жидкостью,
без которого человек, то есть без печени человек жить не может. Вот такое интересное наблюдение нашли мы в этой, значит, в этом наборе грибов. При тщательном анализе вот обнаружили вот такую вот штуку. Поэтому совет, тот, что я всегда даю, покупайте безопасные грибы, которые не похожи на всякие несъедобные или всякие опасные грибы. Это вешенки или шампиньоны. И будьте осторожны при сборе любых дико растущих грибов, потому что кроме других там полезных свойств, они могут нести просто смертельную опасность. Это мы выбрасываем в мусор, даже несмотря на то, что мы обнаружили вот этот факт, не исключением является, что он может быть еще в каком-то количестве, или мы что-то пропустим, поэтому единственным и правильным решением в этом случае, это будет просто выбросить все полностью в мусорное ведро. А с вами был Макс Селлер на канале Funny Mushroom School. Желаю вам доброго здравия и принимать всегда правильные решения.